привет, добро пожаловать на мой канал Питер в кармане. И сейчас вам покажу, где можно скушать самые вообще офигенные пышки, самую дешевую выпечка, сладкая, с мясом, сосиски в тесте, недалеко от станции метро Владимирская. Очень вкусная сосиска, тесте. Не стал больше ничего брать, но там можно и чай попить. Я уже там был, знаете, раза три, четыре. За свою жизнь. И, на самом деле, каждый раз очень уютненько. Еще есть традиция там, конечно, знаете, типа, очень быстро есть и уходить. То есть, если ты там сидишь больше, чем, там, я не знаю, 15 минут, на тебя люди уже начинают смотреть. Ну, те, кто там работает, и те, кто заходит, типа, например, в очереди долго стоял, смотрит, ну, почему до сих пор место не освободилось. То есть это как фастфуд, знаете, работает. То есть ты заходишь, быстро съедаешь, выпиваешь там кофе, чай и уходишь. Булочку с собой берешь. Ну, булка. Булки там очень вкусные. Я пробовал там и с творогом, и там есть еще яйцо, зелень. Ну, в общем, разные абсолютно булочки. Пышки очень вкусные. Вот, я не знаю, кто заведует этой пышечной. Адрес, который я сейчас покажу в самом конце. Но молодцы. Прям вот молодцы.